Программа возврата за отдых в России будет действовать с 21 по 28 августа. Участником может стать любой гражданин России. Все кэшбэки будут перечислять только на карту МИР. Для этого ее необходимо зарегистрировать в программе лояльности. Поездку можно забронировать на сайте мирпутешествий.рф или сделать это через турагентство партнеров программы. Оплатить путевку нужно сразу полностью. В течение нескольких дней на карту вернется часть потраченных денег. Это действует и на турпакет, не влияет, да. Это считается на путевку, то есть не на одного человека. Допустим, у нас едет семья, там папа, мама, ребенок. То есть это считается в общем. И какой идет кэшбэк? Кэшбэк идет у нас от 25 до 50 тысяч рублей. Это будет 5 тысяч возврата. От 50 до 75 будет 10 тысяч возврата. И от 75 и выше 15 тысяч будет идти возврат. В любой регион России по этой программе можно поехать с 21 августа по 20 декабря. Исключение 7 регионов. Это Алтайский край и Республика Алтай, Калининградская область, Республика Крым и Севастополь, Краснодарский край и Ставропольский край. Получить кэшбэк за поездки туда можно с 1 октября по 20 декабря. Путешествие в любом случае должно завершиться до 31 декабря. Тур должен быть не меньше 4 дней и не меньше 15 тысяч. При этом, если человек забронировал тур до 21 августа, то компенсацию он не получит. Программа действует только с 21 по 28 августа. Все подробности на сайте мирпутешествий.рф.